Жалобы жителей: при отключении у нас что-то погорело. Уважаемые, при отключении ничего не погорит. Что мы отключили с питающего центра, что вы нажали кнопочкой, телевизор свой выключили или компьютер, что вы выдернули его из розетки, при отключении ничего не горит. Может гореть при внезапном включении. Я обращался к жителям, прошу их, ввели график ограничения, погас ваш район, вытащите все лишнее с розеточек. Холодильники, телевизоры, микроволновки, компьютерную технику. Оставьте себе дежурную лампочку одну. Когда электроэнергия подадут, она включится, вы зарядите. И не спешите все включать. Дайте отработать системе, дайте какое-то время, 10-15 минут, дайте, чтобы... Потому что, как показывает, у нас на диспетчерской стоят средства объективного контроля, которые записывают все действия диспетчера, все время до секунды, когда что отключено, включено. И вот там, что РЭС что-то нарушает, уважаемые, мы же уже вправе и в суд подать на вас за клевету. Все записано, все зафиксировано. Как показывает практика, отключили мы какую-то линию с нагрузкой 1 мегаватт. Через час, через полтора, через два, через три часа и 15 минут включаем, там нагрузка уже 1,5 мегаватта. Это холодильники все, это все микроволновки, все ваше освещение, все остается включено. То есть люди при этом плохо, вот эти отключения при больших нагрузках, не только оборудованию РЭС, но и ваших домов тоже. Так что задумайтесь об этом и рационально к этому относитесь.